Пошли, пошли потихоньку хлеб. Не, куда? Не, они туда не пойдут. Один пойдет. Uh-uh. Мне тебе нужны самые смелые, тебе не нужны все. Пошли, 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 пожалуйста. Uh-huh. Ну вот, смотри, видишь все? Мы с тобой приручили утро. Давай меня поснимай, что я кормлю. Остановись, замри. Пойдем, пойдем, они догонят нас. Идем. Вот здесь вот можно пройти и посмотреть, что будет. Да, пошли, пошли. Стоп, стоп, нет, 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 стоп. Они, ну, подожди, нет. Сейчас, сейчас они идут. Нет, не идут. Идут. Нет, нет. Там тоже собака. Я тебе говорю, идут. Смотри сам. Пошли, пошли. Диего, пошли. Тебя испугалась? Что, вот ты гонять не страшно? А камера испугалась? Пошли, пошли, они за нами пойдут. Еще одну собаку не ждут. Пошли, пошли, они и так идут. Я тебе говорил, двух батонов будет мало. Пошли быстрее, 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 быстрее. Пошли, пошли быстро. Ну пошли быстро. Даже... Помнишь, мужик быстро шел? Пошли быстро. Я, ну, хочу, чтобы ты была среди уток. Куда да. пошли? Встань. Давай. Ты в темноте встала. Марго, ну что ты делаешь? Я к свету пошла. А? К свету пошла. К свету пошла. Она была наоборот к этому свету, да? Ну пошли к этому свету. Давай проверим. Иди сюда. Приглашай, скажи. Иди сюда. Вот здесь можно встать. А? Вот здесь, да? Да, вот здесь, вот давай.
Медленно присядь. Присядь медленно. Угу. Расскажи о впечатлениях. Расскажи о тренинге, об этом. Как тебе? Почему тренинг? Это просто очень приятно кормить. Скажи, когда ты последний раз сидела в окружении уток? Я же была впервые в твоей жизни. Никогда я в последний раз не сидела в окружении уток. Это было впервые в моей жизни. А теперь другой тренинг, милый. Я тебе предлагаю пройти тренинг. Согласен? Скажи. Попробую я не согласиться. Тогда пошли, сейчас будем проходить. Для сохранения собственного мозга лучше согласиться. Это было, знаешь, какой тренинг? Пошли, я тебе покажу. Да покажи то, как я выгляжу со стороны, чтобы отведет такая. На. Ярослав выглядит очень прекрасно со стороны, как настоящий спортивный мужчина с рюкзачком. Со штативом и еще с моей сумочкой. Ярослав Старухин, как ты себя чувствуешь? У нас есть курага с шоколадом. Точнее, курага с шоколадной глазурью. Ярослав, ты согласен пройти тренинг? Да, конечно. Пребывание с тобой – это один сплошной тренинг. Хорошо, держи камеру. Я не ропщу. Держи камеру. Я счастлив. Держи камеру. Синхронов. Штатив понадобится? Тут только собачки везде. Здесь нету, я специально выбрала. Снимаю носочки. Прекрасная Марго. Сумасшедшая Марго. Снимаю носочки. И бегаю по снегу. Но недолго. Потом я беру шарф. Растираю сначала одну ножку, потом другую. Твоя очередь сейчас будет, милый. Я одеваю носочки. Что-то батарейка закончилась. Пошли. Одеваю носочки. Опаньки. И одеваю сапожки. У нас сегодня насыщенный день, покормили уток, а теперь надо побегать босиком. Я еще не предлагаю обтираться. Ой,
Ой, как же круто. Ярослав, ты оценишь это ощущение? Хочешь, давай, твоя очередь. Ой, 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 ой. Прекрасная пара из Вашишта, которая может вас сопровождать в любой ситуации в этой жизни. Ярослав Старухин. Прошу вас. Ты-дынь. Я снимаю ваши ноги. Что же это такое-то? Давай, давай. Завай, заверни джинсы. Иди побегай. Кружочек такой маленький тут есть. Ой-ой-ой. Давай. Заверни джинсы. Побежал, побежал, не стой на месте. Пожалуйста, не стой на месте. Бегом. Все, возвращайся. Ярослав Старухин. Ну давай шарф-то. Держи. Прям наступи на него, наступи на него. Сейчас наступлю, наступлю. И разотри ножки. Как ощущения, Ярослав? Молодец! Одень носки и кроссовки, они сейчас моментально согреются. Тебе даже не надо их растирать. Что же это за тренинг такой? Называется «Пробегись босиком по снегу». И все? Как ощущения? Так ты мне сейчас будешь рассказывать про свои ощущения? Не, не все. Дальше мы сейчас пойдем с тобой. Вот это упал, отжался, подтянулся. Пошли. Держи. А, бери всех. Давай, теперь бегом до тренажеров. Как? Бегом. Как бегом? Так. Бегом прям. С полной выкладкой. Побежали. Давай. Бегом, бегом, бегом. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Подожди, у меня все упало, шапка упала с меня, пока я бежала. Подержи чуть-чуть. И сейчас я на тебя возьму. Давай. Чалки одену, ручки замерзли немножко. Давай, снимай сейчас все сумки. Перчатки одену. Так, мастер-класс от Марго. Нет, ты мастер-класс показываешь. Я показываю, как надо тренировать. А, что надо делать? Снимай рюкзак, сумку. Я показываю, как надо тренировать ленивых Ярославов Старухиных, которые перестали заниматься. Говорим во весь мир, во всеуслышание.
Ярослав Старухин перестал заниматься спортом. И я решила его потренировать сегодня немножко. Потому что мой мужчина должен быть сильный, крепкий и выносливый. Ты хотел ведущую? Пожалуйста, получай, милый. Ведущая. Быстро на турник. Подтянулся. Я не смогу сейчас. Попробуй. Без переворотов. Подтянулся, спрыгнул, отжался. Милый, пожалуйста. Да-да. Подтянулся. Ой, сейчас в это время суток не рекомендуется. Подтянулся. С выдохом. Резко. Сейчас такая звездная фаза, что... Подтянулся. С выдохом. Отжался. Подтянулся. 5 раз всего. Отжался. Подтянулся. Отжался. Я же кушал недавно. Ничего страшного, тут... Ты что, на 1.5 часа заниматься уходишь или 5 минут подергаться возле турника? Твоя еда уже прошла, прошел час после твоей еды. Давай пресс качать. Кушал. Пресс качать. Вон пресс. Вон пресс. Вон. Вон. Можно покачать пресс здесь. Очень даже хорошо. Давай. Ножки наверх закину. Мальтийский. Минус 60. У нас только 0. А ничего, что тут лед? Не, ничего вообще, ерунда. Ничего, да? Вообще. Ничего страшного. Давай, ну хотя бы 20 раз сделай. Руки наверх подними. Ну да, ну согни в локтях их, просто в локтях согни, да, и давай. Выдох. Вверх, выдох. До конца не опускайся. Спину покруглее сделай, не делай ее плоской. До конца не падай. Спину держи. Медленней. Не резко. Руки вообще за голову. Вытянись, расслабься.
Вставай. 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 Все. Небольшая тренировка тобой пройдена. Ярослав, какие ощущения? Что скажешь? Огромная благодарность Маргарите Ильяновой за то, что она меня принудила, заставила, вовлекла, заинтересовала, замотивировала, застимулировала. Так что, молодец, спасибо. Стоп снято? Да. Стоп снято. Утки. Главный сюжет — это утки.